на стадионе King Power, где редко встретишь скучный футбол. Надеюсь, с высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Мы на стадионе King Power, где редко встретишь скучный футбол. Надеюсь, с высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Мы на стадионе King Power, где редко встретишь скучный футбол. Надеюсь, с высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Состав Манчестер Юнайтед. Demare Gray and number 9 Jamie Vardy. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Мы на стадионе King Power, где редко встретишь скучный футбол. Надеюсь, с высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Состав Манчестер Юнайтед. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Отмен. Команды начинают эту игру. Поехали. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Вперед идет атака. Интересно может быть. Нужно забивать и выходить вперед! Оказался на месте Де Хео, но и удар был, скажем так, не самый сложный для вратаря.